На Мальдивах введен режим чрезвычайного положения. Указ об этом подписал президент страны Абдулла Ямин. Это произошло после того, как стало известно решение Верховного суда об освобождении ряда политических лидеров оппозиции. Стала циркулировать и информация о возможном импичменте Ямину. Чрезвычайное положение введено на 15 дней, начиная с вечера понедельника. Тем же указом приостановлено действие конституционных прав и свобод, включая неприкосновенность частной жизни. Отменены также, как сообщается, временно действия юридических актов, определяющих полномочия Верховного суда. Военное руководство приказало дислоцированным на островах армейским подразделениям вернуться в столицу страны Мали.